Сегодня мы с вами поговорим о важности грудного вскармливания. Здесь обязательно нужно указать о том, что грудное молоко – это идеальное питание, всегда теплое, стерильное, доступное. Это противоинфекционная защита, потому что в состав грудного молока входит большое количество противоинфекционных факторов. И это психоэмоциональная связь, конечно, матери и ребенка, потому что в объятиях матери ребенок себя чувствует всегда и комфортно, и защищенно. Обязательно нужно указать на то, что это профилактика послеродовых кровотечений, профилактика онкопатологии молочной железы и половой сферы и так называемый метод лактационной аменореи. Это предупреждение наступления нежелаемой беременности за счет гормональной перестройки в организме женщины во время кормления грудью. Мы, конечно, здесь предполагаем и тот психоэмоциональный положительный климат, который создается в семье во время кормления ребенка грудью. И, конечно, не можем не остановиться на экономической выгоде.